Чтобы получить приглашение в музыкальный сад, надо искренне любить музыку. И одна девочка на пути к нам написала целую оду. И вот эта девочка, Дарья Михайлова из Витебска. Ода джазу. Звуки джаза, и ритм захватывает дух. Мелодия за фразой, фраза, как пение птиц ласкает слух. Строчкам ноты слагая сложные пассажи, и мне становится так грустно, когда не слышу звуки джаза. Ах, как прекрасны эти звуки. Рота на счастье для Дарьи Михайловой!